Сегодня буду сажать чеснок. В этом году я решила посадить всего 2 рядочка чеснока. Вот такой вот чесночок в этом году буду сажать. Некоторые там где-то попадаются и без кожуры. Все равно взойдет. В этом году у меня не очень крупный чеснок получился. Прошлые года был намного крупнее, но ничего, все-таки и это осталось намного. Сажала я где-то 10 рядочков. В этом году решила посадить всего 2 рядка. Когда я перекапывала этот кусочек, я еще все посыпала золой. Зола очень полезная, много у нее микроэлементов. И вот так мы удобряем. Весной еще тоже эту грядку посыплю золой. Не будет такое удобрение. Вот такой кусочек чеснока.